Это «Воскресные новости». Мы продолжаем. Включите режим экономии. Краевые чиновники разработали комплекс мер по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. По мнению властей, все это должно снизить нагрузку на дефицитный бюджет. В документе около 50 направлений работы. Одно из них – сокращение расходов самих чиновников. Слуги народа теперь не смогут часто ездить в командировки, подписываться на газеты и журналы за государственные деньги, выполнять, цитата, «недолжностные обязанности». Что имеется в виду, не очень понятно, зато понятно, что краевую власть может ждать сокращение чиновников. Вот как прокомментировал инициативу первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко. Экономия, связанная с сокращением каких-то наших внутренних вещей, это не позволит нам высвободить какое-то глобальное количество финансовых ресурсов, потому что не так дорого, как, может быть, там кому-то кажется, стоит содержание органов государственной власти. Тем не менее, раз уж мы заявили о некой экономии, о некой оптимизации расходов, то это должно касаться не только там каких-то направлений нашей деятельности, там, со строительством, еще с коммунальной инфраструктурой, социальными какими-то пособиями. Мы должны начинать в том числе и себя.